Удобнее велосипедистам станет и на набережной Марка Шагала. В квартале Зилард по всей длине проложат две велодорожки. В перспективе они станут частью большого велосипедного маршрута вдоль Москвы-реки. Причем по территории можно будет не только проехать, но и пройтись. Там появится пешеходная зона протяженностью 4 километра. Две елки. Одна повыше, другая пониже. Казалось бы, ну елки и елки, самые обычные. Но у этих своя история. Их выкопали, когда здесь начали застраивать жилыми домами бывшую промзону. Потом, когда дома построили, ели, посадили обратно. Ведь могли просто взять и срубить, как это часто бывает. Для москвичей такая история с елками – это про бережное отношение и сохранение природы. А сами дома, вот, например, этот из металла, как напоминание того, что здесь было раньше. Была депрессивная территория. Серый пояс Москвы ее называли, ржавый пояс. Сегодня, конечно, жилой квартал на месте бывшего автомобильного завода таких чувств не вызывает. Наоборот, здесь приятно находиться, тем более жить. Вот тебе есть парк с беговыми дорожками, и с волейбольной площадкой, и с тренажерами, и бадминтон, и баскетбол, и все что угодно. И опять же для детей, и даже есть пруд. Пройти к которому можно, ориентируясь на этот арт-объект. Он напоминает конвейерную ленту, которая как бы отсылает к производственному прошлому территории.